Снова здравствуйте! С вами Ларри. Вы на канале про хобби, если вы вдруг не поняли, где вы. В нашей рубрике о фигурках сегодня я буду рассказывать про аж целых две классных фигурки от прекрасного производителя DC Collectibles, впервые представленным в нашей рубрике. Поаплодируем! Начнем. Сегодня у нас будут Харли, неподражаемая, великолепная, и Бэтгёрл. Харли Квинн – вымышленный персонаж, суперзлодейка, позже антигерой вселенной DC Comics, первоначально появившаяся в мультсериале «Бэтмен» 1992 года. Позже была адаптирована в комиксы. Она является главной сподвижницей Джокера, по этой же причине ненавидит Бэтмена и его помощников. Также поддерживает приятельские отношения с ядовитым плющом и женщиной-кошкой. Псевдоним персонажа образован из ее настоящего имени – Харлин Квинзель, как ассоциация со словом «Арлекин». Бэтгёрл – псевдоним нескольких супергероинь во вселенной издательства DC Comics. Под маской Бэтгёрл скрывались Бетти Кейн. Персонаж впервые появился в 1960-х годах как Бетти Кейн, девочка-летучая мышь. Ее имя было позже изменено на Бэт Кейн, и она взяла на себя роль Флеймбёрд. Кассандра Кейн, также известная как Кассандра Уэйн, была второй Бэтгёрл, которая сыграла главную роль в ее собственном ангоинге Бэтгёрл. Барбара Гордон. Персонаж впервые появился в качестве Бэтгёрл в Detective Comics 359 номера. Барбара – приемная дочь Джеймса Гордона, комиссара полиции Готэм-Сити. Впоследствии из-за тяжелой травмы сложила полномочия Бэтгёрл и выступала в качестве технического консультанта, компьютерного эксперта и информационного брокера, известного как Oracle. На короткое время в 1999 году в сюжетной линии No Man's Land Хелена Бертинелли приняла на себя мантию Бэтгёрл, но, нарушив кодекс Бэтмена против крайнего насилия, была лишена мантии и вернулась к изначальному псевдониму «Охотница». Стефани Браун, дочь преступника Глюмастер. Персонаж возник как любитель-преступник по имени Спойлер. Позже она ненадолго стала четвертой Робин и четвертой Бэтгёрл. С 2009 по 2011 год она была звездой собственной серии комиксов Бэтгёрл. Стефани единственная, кто был и Робином, и Бэтгёрл. У нас фигурки, приуроченные к 20-летию компания DC Collectibles, вот здесь об этом написано на коробочке. Что такое Artist Alley? DC Artist Alley – это стилизованная коллекция, созданная по артам современных художников. DC Artist Alley привносит уникальное видение в вселенную DC через высокодетализированные дизайнерские виниловые фигурки ограниченной серии. Каждая коробка содержит принт с оригинальными изображениями, на которых основана фигурка. И в данном случае обе фигурки делала, и эта женщина, по имени Шо Мурасе. Будучи наполовину японкой и наполовину кореянкой, Шо выросла и училась в Барселоне, а теперь живет в Сан-Франциско, штат Калифорния. Она всегда имела множество культурных влияний в своей жизни, и это отразилось в ее работах, которые объединяют в себе азиатские и западные художественные стили с ее личным. Ее первый графический роман «Сэй» был опубликован Comics Image в 2003 году. Со времени работы над «Сэй» Мураса была привлечена к разработке комикс-адаптации серии романов «Нэнси Дрю», а позже к ней обратился Tokyo Pop, чтобы опубликовать один из ее собственных творческих проектов – психологическую драму «Me Too». Девочки выходили тиражом по 3000 штук. Релиз у них состоялся в начале этого года, 2019. Стоили каждый из них, лично мне, обошлась в $35 плюс $8 доставка была. Заказывала я на Big Bad Toy Story. Сейчас их там, по-моему, уже ордер стоп, ну, то есть pre-order closed. Не знаю, не видела, чтобы их там именно на Big Bad можно было еще заказать. Но их можно заказать в других местах, там где-то можно, доступна одна штучка, где-то две. И, кстати, по большей части я видела именно холидейные вот эти варианты. В коробке из плоского абсолютно картона, ой, из плоского, из тонкого, все, уже заговариваюсь. В них внутри что-то трясется, но я точно знаю, что там должна быть открыточка с оригинальным артом этой как раз этой Шо Мурасы.
по которому была сделана сама фигурка. Видите, фигурчики такие нарисованы, они в более-менее комиксовом таком стиле. Таком вот именно как будто они нарисованные, вот прям вот как нарисованные. Насколько это действительно так, насколько они соответствуют тому, что у нас тут представлено, это мы сейчас попозже с вами увидим. Почему я выбрала Харли и кошку, ой, господи, кошку, Харли и мышку? Потому что мне они больше всего понравились. Кошка, ну какая-то она такая. Poison тоже, она мне больше нравится в холидейном варианте. Но так как я эти-то черненькие, брать зеленую Poison, ну как бы Poison зеленая, вы скажете, а что бы нет, она бы разбавила. Я не знаю, мне вот как-то, мне бы коребило взгляд, еще одно слово сегодня в копилку, коребило, пользуйтесь. Поэтому я решила не брать ее. Вот. На донной стороне у нас информация о том, что это изготовлено в Гуанчжоу в Китае. Причем на английском и на французском языке, так же, как и вот здесь писательный момент, он тоже на английском и на французском языке. Почему на французском? Ничего не понимаю! Итак, давайте мы их откроем. Итак, девчули в блистерочках. Те самые фоточки. Прикольно, здесь вот одна из бумажек с артом, а вторая бумажка просто бумажка. Может быть, ее можно для записи использовать, или, я не знаю, для автографа. Просто бумажка. Кусочек из блокнотика. Для скетчей. И вторая у нас Харличка. Ну, тут то же самое. Харли и просто бумажка. Так, откладываем. На них я вижу, что-то написано. Сейчас мы посмотрим, что. Они приделаны проволочкой. Потянуть, воткнуть и аккуратно. Короче, что вы мне тут мозг выпариваете? Делов-то. Но если вам нужны эти резиночки вдруг, то вы можете, как написано здесь, вытащить их, ну то есть потянуть, горизонтальку сложить в вертикальку и, ну, поймете. Так, вторая выползает тоже. Вторая даже пакетиком обернута, офигеть. А закрас такой липкий с этой стороны. Прикольно. Итак, на ваш суд. Как у нее там это? Вот так. Ну что скажете? Не знаю, что скажете вы. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, всем безобразии. А я их пока посмотрю. У нее вот здесь облой. У нее на хвосте то ли закрас, то ли грязь, но, по-моему, это краска. У нее очень криво сделано. Возможно, рисовали вручную, разукрашивали. Но здесь очень криво сделано. Это прям вообще не кайф. Серьезно, ребят.
Не знаю, Харли меня пока что-то разочаровала. Ну, типа, могли поаккуратнее это как-то все сделать. Оно не то чтобы плохо, оно просто неаккуратно. Вот это вот немножко расстраивает. То есть такая вроде с одной стороны изящная фигурка, а с другой стороны как-то на отвали сделана. И очень-очень, ну, как бы впечатление реально портится. Я бы не дала бы высокую оценку этой фигурке именно в плане качества ее исполнения. Ну тогда, наверное, как комикс, комиксовая тема. Здесь очень криво покрашен хвост. Я немножко расстроена по поводу Харли. Я сейчас прям не знаю даже, хочу ли я Bad Girl так быстро, так близко рассматривать. Да, у меня 2469 из 3000. Вот здесь на донной стороне фигурки подставки нарисовано это написано. Подставка обычный блин. От подставки вы фигурку не отсоедините. Ну, можете попробовать, конечно, если вам больше не нужна эта фигурка. Давайте посмотрим на нашу мышку. Ну, мышка, кстати, ничего. Лицо-то у нее как раз получше, мне больше нравится. Да, она получше сделана. У нее не очень много косяков, хотя вот здесь вот сзади на плаще прям, знаете, неровность такая. То ли не подпилили, то ли что-то замазывали и нормально это дело не выровняли. Ну, я это вижу. То есть, словно, конечно, так она стоит, не видно, потому что там тень туда падает. Когда туда свет запускаешь, становится все видно, тоже не очень симпатично. Но снаружи, благо, ничего такого нет. То есть плащик ровненький. А, нет, вру, вот оно прям на самом видном месте по краю. Не знаю, ребят, я бы не советую, ну серьезно, не советую. Они такие классные на картинках, на фоточках, на этих, прям реально очень комиксовые, очень, ну такие прям секси смотрятся. А вот то, что я вижу в реале, меня прям немножко даже расстроило. Облой на пальцы, ребят, у руки, у Харли, это что вообще такое? О, а вот это 2500. А, вот этих даже мышек было больше. Мышек было 3350, представляете? Давайте я вам их покрупнее покажу. Вы сами все увидите. И потом я выскажу свое финальное мнение по поводу этих фигурок. Ну что, давайте я их по-быстренькому оценю и скажу, кому это может быть интересным, кто бы мог себе приобрести такие фигурки, кому я могу их рекомендовать.
Я не упомянула про их размер, это 17 сантиметров без масштаба. За 17 сантиметров, наверное, сейчас их можно купить, можно найти легко в доступе на разных сайтах по цене, соответственно, чуть-чуть повыше, чем ту, которую заплатила я. Я не понимаю, почему такие деньги, за что такие деньги, соотношение цена-качество вообще очень-очень не соответствует как бы действительности. Я не хочу ничего сказать плохого, может быть, это только мне так повезло. Хотя, вернее, что значит не хочу ничего сказать плохого, буду говорить как есть. Халтура. Я думаю, это можно назвать только одним словом. Это халтура. What the fuck is this? Не соответствует ожидания реальности абсолютно. Я это не то, что я ожидала. Скорее всего, и вы получите неполный спектр всех эмоций, когда вы купите и распакуете себе эту фигурку, если вообще купите хоть одну из них. Я думаю, после моего обзора вряд ли. Даже смотреть на них не захотите. Но кто, если не мы? Покажем вам, что на свете есть не только качественные оригиналы, а есть еще некачественные оригиналы. Например, как у DC Collectibles. Мне кажется, что это первое и последнее мое знакомство с этой компанией. Yubi Collectibles. Просто сравните. Aya Baek. И вот это. Аж на нервной почве аж кашель начался. Я расстроена, разобижена, никому не посоветую эти фигурки, это полный неуд, и фигурки и даже не ок, и не норм. Это просто что? What the fuck это фигурки? Вот, это моя медаль к этим фигуркам, мое мнение об этих фигурках. Что вообще творите, блин, DC-шники, чтоб вас... Кстати... Вот это печатка, если что, если кто не понял, что это за квадратик, это печатка, печать, личная, типа подписи, вот. Не хочу заканчивать выпуск на грустной ноте, но по-другому не получается. Я действительно очень-очень разочарована в фигурках, я их очень ждала. Прям ужас какой-то. Не знаю, она мне нравится, Харли меня вообще полностью разочаровала. Это какой-то кошмар. Ладно. Ох. Надеюсь, вы любите смотреть на чужую боль. Эмоциональную, физическую, неважно. Очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск больше, чем эти фигурки мне. И вы поставите лайк. Просто чтобы поддержать меня в расстроенных чувствах. И пишите в комментариях, что вы думаете про эти фигурки. Может, я слишком придираюсь, может, я уже зажралась хорошим качеством. И для меня любой мелкий косяк – это прям горе и расстройство. А, может быть, вы со мной согласитесь. Я почитаю, буду очень рада, если вы что-то напишете. Еще больше буду рада, если вы поделитесь этим видео с своими друзьями, покажете, вдруг они там хотят, да, начать с коллекционирования и почему-то решили, типа, дешевые фигурчики, очень красиво выглядят. Цена, все. То есть они дешевые, да. Выглядят это только картинка. Ну, в общем, я все сказала. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы и дальше постараемся радовать вас объективным мнением о разных фигурках. Всем пока!